В заключительной серии вы узнаете, как во время телеэфира выясняется, что виновник ДТП, в котором обвинили Романа и из-за которого он погиб в тюрьме, является отец Ярослава, Владимир. Когда София и Ярослав выходят из телецентра, после прямого эфира киллер стреляет Софию, но Ярослав успевает прикрыть ее своим мужественным телом. Узнав, что он едва не убил единственного внука, Юрий Короленко сдается правоохранительным органам с повинной, и его теперь ждет суд.